в карту и упакованный полиэтиленовый пакет, упаковку желтого цвета. Да. С количества считает и все. Раз, два, три, 5, 6, 7. Ты сказал, что вы видели запись съемки? Да. Так же сказал по полке, опечатали. Да, а так же сказал, что специалистам проводишь вообще не будет. Дополнение. Давай сейчас личные люди. Посмотрим автомобиль, так, видно, да, все? Так, вот он бардачок, обнаружили 5000-ные купюры, так, завязанная ниткой в количестве, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать штук. Вот решетки, пакет. Будем уже? А, да, извините. Для обозрения деликатного. Да. Понятые, смотрим, подходим. Вот. Имеются деньги номиналом. Каждая купюра по 5000 рублей. Так. Количество пачек тогда считаем, потому что пересчитывать их не будем. Так, раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10 пачек. Значит, скрепленная каждая пачка резинкой. 10 пачек, да? Правильно все? Да. Нет, надо просто развернуть же хотя бы. Они да? Прям скотчем. Они прям, да. Ну-ка. Вот здесь, да? Вот. То есть отсюда видно 5000-ные. А, вот сейчас. Вот две пачки. Вот по 5000, по-моему. Да. Да, похоже. По 5000. Покажите. Видно? Видно. А, видно. Второй бандит. Второй где?